по часам или по требованию. Как правильно кормить малыша с первых дней жизни? Еще доктор Спок не жаловал кормление по часам. Он сетовал: у бедного ребенка была тяжелая жизнь, но еще тяжелее было его матери, которая слушала плач своего малыша, кусала ногти от отчаяния, всей душой стремилась утешить его, но не смела ослушаться врача, уверявшего, что строгий режим – залог здоровья и счастья ребенка. Сегодня у педиатров позиция четкая. Младенец сам знает, что ему надо. Первую неделю жизни малыша кормят по требованию. Устанавливается лактация у мамы, и ребенок, соответственно, нарабатывает себе грудное молоко. И если его становится достаточно, соответственно, малыш постепенно приходит к какому-то определенному режиму. То есть у каждого малыша он свой, то есть это либо 2 часа перерыв, либо 3 часа. И, по идее, на уже где-то с третьей недели жизни малыш должен, как бы, у него должен быть определенный режим. То есть он должен покушать, отдохнуть, поспать и снова как бы кушать, такой режим. Если же какие-то проблемы встречаются, что малыш очень долго находится у груди, постоянно на груди, либо очень большие перерывы делает, то есть больше 3 часов бывает, что и 4-5 часов, то тут уже необходимо обратиться к педиатру и поинтересоваться, почему такие проблемы возникают. Бывает недостаток грудного молока, либо бывает связано с каким-то состоянием начала какого-либо заболевания, то есть либо простудные ОРВИ, либо еще какие-то другие проблемки. То есть тут надо уже разбираться.